Привет, любители арабского языка! Рада нашей новой встрече с вами. Многие из вас приготовились, надеюсь, учить арабский. Взяли тетрадку, ручку, заварили себе чашечку чая или кофе. И действительно, мы не можем себе представить арабский мир, Восток, без чая, без кофе. И сегодня мы за чаем поговорим о чае. И слово это прекрасное для нас, слово «чай», «чай». Его легко запомнить, легко записать. Запишите его, пожалуйста. Чай. Чай бывает черный, зеленый. Чай-эхдар. Чай-эхдар. Зеленый чай. А черный чай, арабы часто говорят чай-ахмар. Чай-ахмар. Ахмар красный. Почему? Потому что при заварке он дает красный оттенок. Хотя на упаковке мы видим обычно чай эсвид, эсвид, черный, так и написано эсвид, но пишут эсвид, говорят ахмар. Арабы любят крепкий чай. В одну кружку они могут положить 2 или даже 2,5 ложечки заварки. Заваривают чай либо в кружке, в чашечке, либо в чайнике. Чайник называется барад, барад. Конечно, арабы тоже привыкли в последнее время к пакетикам и частенько их используют. Это называется чай фетла. Фетла – это ниточка, чай на ниточке. Но все же традиционный арабский чай – это чай заварочный, да? И заварка, ну, в частности, у египтян называется чай кушари. Чай кушари – это египетский чай заварной, крепкий. Мне интересно, а в ваших странах, в которых вы проживаете, слышно это название чай-кушари? Или у вас это называется как-то по-другому? Поделитесь в комментариях. Чашка чая – куб-щей. Куб. Куб – это даже, наверное, скорее стакан. Стакан. Еще говорят кэс. 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 Вообще кэс можно перевести еще как кубок. Кубок чая. Ну, у нас в Египте говорят кубаи. Кубай – это чай. Кубай – чай. Ну и какой же чай без сахара? Сахар тоже в арабском языке имеет прекрасное название сукр. Сукр. И если вы любите чай без сахара и закажете его, то есть вероятность, что вас вообще не поймут, потому что арабы не понимают, что такое чай. Как можно пить чай, да еще без сахара. Поэтому, конечно же, как минимум это 2-3 ложки сахара в стаканчике. Ложка по-арабски звучит не так утешающе. Ложка – это слово, сложное слово. Миляака. Миляака. Кем миляака цукр. Кем миляака цукр. Сколько тебе ложек сахара положить? Миляака вахда. Одну ложечку. Миляктен, миляктен, двойственное число, вспоминайте, 2 ложечки. Телеф миляк, телеф миляк, 3 ложечки. Ну, дальше мы уже не будем. Ну вот, нам принесли чай, не спрашивая, сколько нам положить сахара, поэтому это называется сукр-барра. Сукр-барра, то есть сахар. Снаружи, не внутри, да, барра. Вы так и можете заказать сукр, барра. И вот нам принесли чайничек, баррады чай. Правда, положили сюда вот позорные пакетики. Посмотрите, вы можете прочитать, что за марка чая. Но зато вполне зачетный чайник, баррад. Хотя мы все-таки попросили чай кошери, чай кошери, заварочный. И мы еще сюда мяту положим, получится чай бинана, чай бинана, чай с мятой. Для того, чтобы заварить традиционный египетский чай, листовая заварка вам не подойдет, вам нужна мелкая заварка.
Не жалеем заварки, кладем 2,5 ложечки на стакан и завариваем прямо в стакан. Сахар здесь необходимый ингредиент, который кладут до того, как зальют кипящей водой. И, наконец, кипяток. Доливаем не до конца. И очень важна сама чашка. Она не должна быть керамической, она должна быть стеклянной. Египетский чай готов. Приятного аппетита! Ну и второй по популярности напиток – это, конечно же, кофе. Кофе арабы пьют турецкий, так же, как и мы, да? Он называется кахва, кахва турки, кахва турки. Слово кахва – это и кофе, и одновременно кофейня. Традиционная арабская кофейня тоже называется аль-кахва. Кофе готовится в традиционной турке. Турка по-арабски кенека. Кенека. Это медная турка. Кенекет нихас. Кенекет нихас. Смотрите, какой густой кофе получился. А вот кофе, в отличие от чая, арабы часто предпочитают не сладкий. Они туда добавляют лишь чуть-чуть, буквально пол ложечки сахара. Называется кахва риха. Риха, риха – это запах, да, то есть запахом сладости. Запахом сахара, можно так сказать, да? И вы можете так и сказать официанту: «Сукр риха», вас поймут. И действительно, кофеманы утверждают, что при добавлении сахара кофе меняет свой запах. Дорогие друзья, моя система изучения арабского языка построена на простоте. Вы видите это даже по названию нашего канала. Приходите на онлайн-курсы, изучайте арабский язык и арабскую культуру. Друзья, для того, чтобы попасть в мою онлайн-школу, вам нужно заполнить чек-лист в описании к этому видео. С нетерпением жду вас на уроках!